Здравствуйте, коллеги-рыболовы! Данное видео снято специально по заказу F-магазин. В нем я расскажу о знаменитом уже вокере от компании Smit Towody. Вот эта кроха длиной всего 43,5 мм, которая, естественно, является плавающей, весит всего 1,8 граммов. Мало это или много? Для данной длины и габаритов это довольно-таки много. Поэтому данный вокер на ультралайтовом комплекте летит очень-таки далеко. Ну, не так, конечно, далеко, как нам бы хотелось, но все-таки далеко. И забросить его можно довольно-таки неплохо. Но я все же стараюсь при использовании данного вокера применять забродные сапоги или вейдерсы. Давайте посмотрим на него поближе и поговорим о его строении, что сделало его таким популярным. Вытянутое торпедообразное тело впереди, стоит мощная заводная петелька, также две внизу, за которые крепятся маленькие, но крайне зацепистые острые тройники. Великолепно выполненные 3D глаза. Пластик рифленый, который, ну, здесь нельзя сказать, что она окраска какая-то блестящая или наоборот матовая. Она какая-то средняя, то есть она, насколько я успел заметить, на солнце она немножечко приглушается, а пасмурную погоду немножко становится ярче. Вот как добиваются инженеры компании Smit, такого я не знаю. В то же время пластик очень твердый к зубам какой-либо рыбы. И на нем мало остаются отметины от зубов рыбы. Это вот у меня вот уже второй такой. Значит, царапины различные, небольшие, остаются, но в меньшей степени, чем это происходит, например, с другими вокерами или воблерами. В данном случае окраска вот это, наверное, 29-я или 30-я. Там не так много окрасок, но под любые условия, в принципе, подобрать можно вокер. Есть натуральные, есть немножко кислотных, разных оттенков и окрасок. Но в данном случае этот напоминает малька окуня. У меня этот вокер служит, ну, в частности, я его использую для поимки голавля. Причем, несмотря на такие маленькие размеры, голавль на него может попасться в больших количествах и довольно-таки крупный, больше 500 грамм. Но, пожалуй, здесь нет и альтернативы. Вот у меня лично, я, когда наступает уже июль, растительность, покрывается растительностью водоемы, вода теплеет, и поймать уже голавля на другие приманки, даже ССР заглубление, становится проблематичным. И вот тут вступают в дело вокеры, но не так уж и много голавлевых, чисто голавлевых вокеров. На мой взгляд, голавлевыми вокерами является только NV Pencil, лайки крафтовский, который не выпускается, наверное, уже, и найти его крайне трудно. И вот Smit Towody, который еще есть в свободной продаже, и я вот больше ставки делаю уже на него. Он действительно великолепно ловит голавля на заросших водоемах, на течении, апстрим заброс или по течению. Просто держишь на струе. Ну, и, конечно, вокерная проводка осуществляется ультралайтовым комплектом, лучше фастовым или экстрафастовым строем. И вокерная елочку, он когда делает, здесь, конечно, рыба сразу реагирует, если она там есть. Но бывают моменты, когда нет возможности, а их таких моментов много. Все заросшее, и елочку делать просто негде. И тогда можно просто потянуть его, обводить препятствия, остановить, немножко забросить и протянуть
через препятствие прямо поверх. Он может оставаться, как говорится, сухим, приходить без единой травинки. И вот он, рыба на него реагирует и клюет. Вот в таких состояниях. Можно просто положить на воду, но если, конечно, не близко от вас, довольно-таки далеко. Он может лежать, если течение тем более присутствует. И вот были случаи, когда он лежал, ну я там что-то замешкался, что-то распутывал или поправлял, около 10-20 секунд лежал и происходила поклевка на него головля. То есть он его воспринимает как натуральный объект. Уж за кого он его принимает? То ли за малька уснувшего, то ли за кузнечика или за стрекозу, я не знаю. Он никого не имитирует. Наверное, больше малька окуня. Ну, я не пытаюсь здесь объяснить имитацию. Но на него рыба реагирует часто вот в лежачем положении. И поэтому вот он работает по головлю просто великолепно. И не представляю из себя такого головлятника, который специфично ловит, специально охотится на головля летом. Не имеет этого воблера. Он, конечно, не бюджетный, но, как говорится, тут ничего уже не поделаешь. Мы стоим в таких условиях, кто хочет поймать головля летом или даже вот ближе к осени, должен иметь этот вокер обязательно, потому что с другим вариантом мы можем остаться с нулем или вообще просто замучишься и все, и ничего не понимаешь. В таких условиях ему замены нет. Вот такой, ну, конечно, Смит есть Смит. Специалисты там хорошие. Просто так они ничего не делают. Если бы был не нужен такой вокер, они бы его просто не сделали. Поэтому я рекомендую данный вокер всем к покупке. Ну, тем озвученным мной выше рыболовом той направленности, обязательно, я уверен точно, что вы не пожалеете, если будете использовать Смит в толоде. На этом обзор закончен. Всем спасибо, что досмотрели. До свидания.